Всем привет! В этом видео мы поднимемся на каменный цветок. Это такой обвал. Мы находимся сзади зоны отдыха Сункар. Это где Экопост Алма-Арасан. Здесь у нас вот такой знак. Обвал, каменный цветок. 1 час 30 минут. Вот там меньше надо идти. В целом. Как дойти до этого места, смотрите видео в описании. Оставлю ссылку. Здесь вот на территории Сункара проходят работы. Равняют землю. Нам нужно идти прямо вдоль маленькой речки. Здесь пока дорога такая. Дальше она будет уже идти вдоль устья реки. Это такой обвал, каменный цветок. Так назван, потому что он такой весь разноцветный, красный. Прикольно сделанный природой. Здесь есть три обвала. Но вот самый красивый — это вот каменный цветок. Вон здесь справа протекает река. Идите прямо. Спереди будет разделение реки. Она будет уходить одна наверх. А нам нужно будет повернуть направо. Там будет знак. Давайте туда дойдем. Идите вдоль этого ущелья. И вы попадете в правильное место. Здесь могут встретиться различные подъемчики, но это не должно вас пугать. Вообще здесь должна быть дорога, которой нет. Видите, из-за того, что воды было много, устье реки прям жестко превратилось в такой, знаете, котлован. Но благо есть места, где можно спуститься. Спускаемся к речке. И тут же сразу поднимемся уже на другую часть берега. Опа! И пойдем прямо вот по центру. Здесь у нас уже красивый вид открывается на такую белую гору. Видите? Такая сахарная, да, гора. А здесь, смотрите, камушки. Такой, как будто песчаный, да, берег какого-нибудь моря. А, ну, в принципе, здесь речки не полноводные. Переходить с одной стороны на другую не составит труда. Здесь мы спускаемся, потом поднимаемся, делаем вот эти вот все движения. Здесь вот, как я вам говорил, буквально прошли минут 5, идет разделение
речка одна уходит влево, вторая вправо. Она вправо. Здесь вот знак. Помню, приходил сюда в прошлом году. Здесь вообще трава была. Ну, типа зелень. Представляете, насколько здесь размыло в этом году. Вон туда, видите, знак. И, типа час написано. Все, продолжайте путь в этом направлении. Уже начинается даже, смотрите, какие обрывы красивые. Да-да. Вот этот обвал, он такой красного цвета уже. А спереди уже как каньон, смотрите. Чарынский каньон на минималках. Вот двигаемся строго возле речки. Прям как лабиринт. Смотрите, здесь налево пойдешь. Деньги найдешь. Направо пойдешь. Счастье найдешь. Вот. Выбирайте сами. На самом деле здесь знаки. Здесь обвал каменный цветок. 50 минут. А там обвал каменный цветок. Ну, интересно. Как идти-то? 50 минут или 20 минут. Выбирайте. Так, ну что-то мне подсказывает, что надо идти где 50 минут. Давайте сходим туда. Я выбрал пойти направо. Посмотрим, что из этого выйдет. Продолжаем наш путь по вот таким вот джунглям, да? Ну, если что, на обратке, может быть, сходим туда. А может это... Ну, там, видите, там есть левая часть, правая часть. Ну, типа, три обвала. Не знаю, какой обвал самый красивый. Кажется, который справа. Ну вот, продолжаем путь. Не поленился и сверился с космосом. Тот поворот налево, это был, короче, поворот на левую камеру. Потом есть центральная и первая какая-то вот. Мы идем сейчас к центральной. Посмотрим, что там у нас. Вау, ну тут смотрите. Камера не передает цвет. Красный здесь. Прям вот реально есть же вот, кто был на Чарынских каньонах. Там вот есть участки, где вот эти вот скалы, или как их называют. Такие вершины, участки, они такие красного цвета. Есть еще в сторону Алтын-Емель, когда едешь. Тигровые горы. Они тоже вот примерно такого же цвета. Прикольно. Ну, сюда я не советую, наверное, ходить, когда сильные паводки. Потому что здесь
опасно, все может обвалиться в любой момент. А когда уже напор воды не такой большой, я думаю, можно рискнуть и сходить сюда. Продолжаю свой путь. Ну вот, прошел буквально немного. И здесь, смотрите, разделение идет. Вот центральная камера, обвал. И здесь вот направо есть такое маленькое устье речки. И там идет такой подъем на красный цветок. Но что-то этот подъем такой рисковатый. Ну, то есть подниматься на свой страх и риск. Вот. Я схожу лучше к центральному. А вот этот справа, который мы его на видео снимем, нам и центральный, кажется, будет в кайф, потому что он очень красивый, я его вот издалека вижу. Здесь идем вот по красным таким. Дорожкам. Красная ковровая дорожка. Надеюсь, не крутой подъем. Здесь у нас маленькая речка. Так, давайте я поднимусь туда и там подключусь, а то здесь надо держаться двумя руками. Вот мы и дошли до цветочного обвала. Обвал цветочный. Центральная камера. Она выглядит вот так. Сейчас покажу. Чуть ближе подойдем. Вот так оно выглядит. Смотрите, как круто. Сейчас. Вот. Там, представляете, обвал. Он такой бело-красно-зеленого цвета. Вот. Добавляются оттенки зеленого. Не знаю почему. Что за порода такая. Добавляется зеленая порода грунта и получается такой разноцветный цветок. Прямо отсюда, вот видите, зеленый, не так круто видно, но полюбоваться, прийти можно. Очень красиво тут. Если понравилось видео, ставьте лайки. Здесь, смотрите, такой обвал тоже. Покажу, откуда мы пришли. Вон, видите, с каньончика мы пришли. Так, сейчас я посмотрю сверху. Ну, в смысле, я запишу видео. Посмотрим сверху, как он выглядит. Все, увидимся в следующем видео. Всем пока.